На этом уроки не вызовут к доске и не поставят плохую отметку. Уроки мужества, проводимые в ВКЦ, это скорее лекция об одной из страниц российской истории. В этот раз о начале Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. К началу нападения немецко-фашистские войска имели двукратное, а на направление главных ударов – 4-5-кратное численное превосходство в живой силе и боевой технике. Кинохроника и музыкальное оформление, основой которого стала Ленинградская симфония Шостаковича, стихи и письма фронтовиков, набор творческих инструментов сотрудников ИКЦ весьма широк, но главное место здесь занимают воспоминания очевидцев. В историко-культурном центре есть большой фонд. И уже долгие годы на протяжении работы всего историко-культурного центра, а мы уже работаем 20 лет, у нас обязательно всегда велись записи воспоминаний жителей нашего района. Многие из этих людей, участники войны, конечно, они уже ушли из жизни, но остались их воспоминания, остались записи, остались аудиозаписи, остались фотографии, и остались письма. И вот исходя из этих документальных фактов, мы создаем вот свои встречи. Среди прочих документов школьникам прочитали письмо видновчанина Александра Якуничева, написанное 22 июня 1941 года в Ленинграде. Через эти живые строчки открывается настроение и атмосфера того времени. Прежде всего, прошу в панику не бросать, особенно мамаша, из-за меня не беспокоиться. Настроение, надо сказать, патриотическое. И чувствую в себе силы русские. В зале не только ученики и учителя. Любовь Николаевна Хоркина раньше работала в школе, потом в районной библиотеке. Сейчас на пенсии. Она отмечает высокий уровень мероприятий и старается не пропускать концерты и выставки, проводимые в ИКЦ. Мы приходим сюда с моей коллегой Валентиной Владимировной, с которой работали вместе в библиотеке. Вот. И поэтому, когда я узнала, что здесь проводится урок мужества, я не могла не прийти. Вот. И заодно выставку посмотрим новую, которая открылась здесь. Сотрудники историко-культурного центра уверены, подобные уроки намного легче воспринимаются учениками школ и являются гармоничной частью учебного процесса. Правильное воспитание детей, молодежи – это не только задача районного историко-культурного центра, это задача всего нашего государства. Если мы правильно воспитаем наше поколение, соответственно, мы обеспечим хорошее будущее нашей стране. Глядя на серьезные и вдумчивые лица школьников, понимаешь, что главная задача подобных уроков – найти отклик в душе молодых людей, в данном случае решена она отлично. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.